Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Страна Мурляндия». Меня зовут Оксана, и я начинаю свой обзор на новое видео Самвела Адамяна. Ждем с мамой киевлян, помогаем готовить. Самвел с Татьяной Васильевной и Колей приезжают на Игрень. Самвел кричит на всех: «Быстро заходите домой, а то сейчас молния шарахнет!» А он ведь боится ее больше всего на свете. Все над ним смеются. Татьяна Васильевна сразу с порога жалуется: «Гляжу, все в церкви, одна я дома осталась, и бабушка там сидит», и машет на Ольгу Леонтьевну рукой. Как она ее ненавидит. Я думаю, с какого перепуга ты ее называешь бабушкой? Молодушка, сколько же у вас разница в годах? И главное, едет к тому, кого она ненавидит. Вот этого я не понимаю. Самвел и Коля говорят Свете, что у нее красивое платье. Но Самвел при этом смеется: «Ты как заключенная на Игрене». Татьяна Васильевна опять разоралась: «Самвел, вот ты мне сам говоришь про эти комментарии, а я тебе скажу, не надо мне ничего говорить. А то они балакают, что я в тюрьме сидела. А вот теперь пусть и Света посидит». Стоят возле аквариума, заняли очередь в туалет. И тут что я вижу? Ольга Леонтьевна поет песенку и приплясывает, как маленькая девочка. Можете себе представить? Это что-то. Вот такой надо быть бабулькой, а не то, что Татьяна Васильевна пришла и как начала орать с порогу. Я бы на месте хозяйки сразу ей сказала: вот Бог, вот порог. По сути, Ольга Леонтьевна старше Татьяны Васильевны, а ведет себя более задорно, по-детски. А Татьяна Васильевна ведет себя как зловредная старуха-шапокляк. Вот так. А вот Ольга Леонтьевна смеется, пританцовывает. Молодец, бабулька. Затем мужики готовят, а бабульки сидят, играют в карты. Помогают. Видимо, душевно помогают. В духовке что-то пригорело, и Самвелка говорит: «Света, осторожно, убери решетку». Самвел командует, а все подчиняются. А почему командует? Потому что он самый умный. Он просто дает советы. Далее все играют в карты, эмоции кипят и бьют через край. Пес Вилька сидит и облизывает руку Татьяне Васильевне. Неужели она такая вкусная? Я правильно понимаю, это сегодня, значит, праздник Преображения Господня, а они опять сидят, играют в карты. Да, ничему их жизнь не учит. Опять наступают на старые грабли. На этом видео закончено, и закончен мой обзор. Но я не прощаюсь с вами, а говорю до свидания, до новых встреч.